Вы знаете, у нас известная шутка, что те, кто не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую. Но есть и более современные, это совсем старые, есть и более современные шуточки. Я вот иногда рассказываю вам всякие шутки на этот счет. Могу сказать очередную, но она тоже с бородой, но все-таки более современная. Это вот, знаете, у бывшего офицера, значит, сын приходит, да, к нему, да, он сына спрашивает: сынок, вот здесь вот у меня кортик был, ты не видел кортик? Он говорит: пап, не ругайся, я его поменял у мальчишки соседнего двора на часы. Он говорит: ну покажи. Посмотрел, часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время, 12 часов 30 минут. Мы же с вами не хотим такого развития событий. Так что мы будем уделять нужное внимание развитию армии и флота. Не втягиваясь в гонку вооружений и не разрушая бюджет.